хрустальные бабочки, то ли загадочные феи, летящие на свет. На Соборной площади главного храма Вооруженных сил России – новогоднее чудо. Фестиваль «Наша зима» вновь распахнул свои снежные объятия для всех желающих. Скатиться на тюбинге с горки, поучаствовать в настоящей сказке могли дети и взрослые. Несмотря на то, что к вечеру начало холодать, гостей на Соборной площади меньше не становилось. Все собрались ради главного события. Зеленая красавица 32 метра высотой укуталась в более чем 5 километров гирлянд и ждала своего часа. Один, два, три, елочка, свети! Семья Демкиных приехала из Ростова-на-Дону на новогоднем экспрессе благодаря Министерству обороны и фонду «Своих не бросаем». Пока их главный член семьи служит в зоне специальной военной операции, признаются, до Нового года еще неделя, а у них уже праздничное настроение. Мы приехали сегодня и провели целый день в парке «Патриот». Очень впечатлены, очень понравилось. Очень, конечно, замечательный храм, впечатляющее украшение просто. Замечательная. Русские праздники, удаль молодая, Масленица, святый, дали новый спас. Развлекали гостей артисты ледового шоу и коллектив народных песен, но когда дали старт массовым катаниям, гостей было не остановить. Новогоднее настроение самыми первыми создают ледовые площадки. Каток на Соборной площади храма Вооруженных сил России самый большой в Подмосковье. 5500 квадратных метров ледового пространства открыто для всех желающих. Каток очень сильно нравится, очень сильно понравилось открытие катка. Все произошло очень торжественно и вообще все класс. Очень понравилось, очень большая площадь катка, прям вот очень хорошо. Лед шикарный. Ну, он очень большой, очень гигантский, очень красивое представление. И очень повезло, то, что мы попали на открытие этого катка. И это далеко не все плюсы самого большого катка в Подмосковье. Коньки и тюбинги не обязательно везти с собой. Их можно взять на прокат совершенно бесплатно. Вход на каток также свободный. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».